Здравствуйте, зрители моего канала, подписчики. Так, сегодня 1 февраля. Приветы моих чертят. Так, это у нас рыжик. 148 сантиметров. 270 килограмм. 23 килограмм прибавил. Так, он там стоит. Это у меня стоит бегемот. 149 сантиметров, 268 килограмм. Ну, я его по черно-пестро считаю. Он там помесный маленько. В этом месяце мало. 9 килограмм прибавил. Что-то он... Ну, он это... Горбился, стоял что-то в последнее время. И аппетит не ахти. И у этого такой же аппетит. Фураж дашь, и они его толком не жрут. Так, это... Гордей. 159 сантиметров, 327 килограмм. 22 прибавил. Это мой пандус. Пандус. 161 сантиметр, 332 килограмма. 23 прибавил. В том месяце хорошо, в этом слабовато. Вот. Этим четверым 11,5 месяцев. Кто 15-го, кто там 18-го родился. Ну, вот этого не знаю, ну, там плюс-минус. Вот этому, ну, он чуть постарше, я так полагаю, ему год. Это барсук, 163 сантиметра, 349 килограмм. Короче, нету даже 350. Это пумба. Пумба. 187 сантиметров, 504 килограмма. 42 прибавил. Это Тимон. 186 сантиметров, 497, 21 прибавил. Вон у него. Опять расковырял. Короче, чем-то надо намазать, не проходит. И пятна вон. В шее смотрел эти волосоеды или каких. Что-то ничего не нашел, ничего не видно. А он весь пятнистый становится. Ну, не лишай это. Лишай, я знаю, что это такое. Я вот думаю, колоть их, не колоть. Все равно скоро отправлять их. Вот этим красным... Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Год и пять. Этим двоим год и шесть. Ну, я их купил в сентябре. Ну, пусть они месячные были. Год полторашки. Так, это мышонок. 193 сантиметра, 547 килограмм. Прибавил он 36. Это беляшек. Беляшек по нулям. 184 сантиметра, 483 килограмма. Как был, так и остался. Я в тот раз, когда собирался везти, передумал его. Ну, короче, в ближайшее время, если одного повезу, постараюсь, чтобы сразу двоих, и, короче, его сдам. Не в коня корм. Метель сегодня была ужасная. Сейчас вышел, переставал, опять начинает мести он. Второй раз уже трактор чистит. Здесь все почистил. За два часа опять все завалило. Так, а так лучше видно, да? Это бурый. Где-то у меня 132 сантиметра, 194 вес, 26 килограмм прибавил. И Халк. Короче, он ушел от бурого. В тот раз на 1 сантиметр, сейчас еще на 1. В общем, ушел в отрыв.
Халк 134 сантиметра, 208 килограмм. Так вот, ему через неделю будет 8 месяцев, по-моему. Ну, нормально. Это красуля. Она в этом месяце прям вымахала. Красулька 125 сантиметров, 173 килограмма. Прибавила она 36. Ну да, заметно, она от этих рогаток вот. Так, как я этих назвал? Это громила. Он вообще отвязался. Ага. Он должен был там стоять. Вот громила. 113 сантиметров, 128 живой вес. Прибавил он всего 9. И этот прибавил 9 килограмм. Так. Чё ты? Это набери пока, дробить, чтобы. Только там это снег вычисти, а то наверху снег навалило. Куда зерно засыпаешь? Так, так, так. Это у нас лёлик. 124 сантиметра. 169 вес. Прибавил 22. Вот они у меня линять начали. Вон, сыпется с них. Это болик. 125 сантиметров, 173 вес. 21 прибавил. Ну, эти нормально выросли. Так, это у меня панда. 140 сантиметров. 234 килограмма живой вес. А где ты у меня? А, 26 килограмм прибавил. Замерил я дочку. 172 сантиметра. 403 вес. Ну, нормально, она поправилась, выросла. Стельность 2 месяца с плюсом, наверное. Не помню, когда. 2,5, скорее всего, да. Ну, вот она ручная. Она и титьки дает трогать. Но шугается. Каждого шороха она аж подпрыгивает. В общем, поживем, увидим.